А если говорить о идее как раз, то журнал «ЖД Партнер», который является именно инициатором проведения этой конференции, появился почти 15 лет назад, тогда, когда начал формироваться рынок транспортных услуг в области грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. 9 лет назад, когда организовался РЖД, этот рынок он приобрел совершенно определенные, очевидные контуры, когда появился самый большой субъект хозяйственной деятельности. И тогда же и возникла идея создания, проведения этой конференции. А вообще мы рассматриваем это как некую устный выпуск журнала «РЖД Партнер», потому что это те же дискуссии на те же самые актуальные проблемы, которые касаются функционирования и развития рынка грузовых железнодорожных перевозок. Это всегда остро, а это всегда, как мне кажется, актуально и чисто даже эмоционально. У меня есть ощущение, что большинство участников получают от этого некое удовлетворение. Ну, плюс некие совершенно конкретные вещи, довольно важные, которые звучали за этот период времени в наших конференциях. В частности, впервые была озвучена идея создания первой и второй грузовых компаний. Очень большая дискуссия несколько лет назад была по поводу модели рынка грузовых перевозок, которая была представлена именно там, на этой конференции. Многие тарифные решения, они вызревались как раз в дискуссиях, которые проходили на этой конференции. Надеюсь, что и в этот раз будет интересно, будет актуально. Кстати, отличие этой конференции от многих других, оно заключается в том, что порядка 25-30% участников — это как раз потребители транспортных услуг, те, кого мы называем грузовладельцами. И во время обсуждения выкристаллизовываются какие-то вещи, и, соответственно, инициатива приобретает более четкий, более такой гармоничный вид. И те решения, которые потом принимаются, а регуляторы и представители Минтранса, и представители Федеральной службы по тарифам, и представители антимонопольной службы, они участвуют достаточно широко. Они, безусловно, учитывают услышанное на этой конференции. Это аудитория, которая представляет, по сути, весь транспортный рынок и регуляторов транспортного рынка. То есть, прежде всего, мы начинаем с потребителей транспортных услуг, с компанией, которая отправляет свою продукцию железнодорожным транспортом. Это компании-операторы, компании-экспедиторы, это представители морских портов. Достаточно большое количество международных участников, обычно это порядка 20 стран. Это регуляторы, как я сказал. Ну и, конечно, очень большая представительная делегация российских железных дорог, обычно во главе с руководителями компании, которые участвуют очень активно в работе. Здесь участвуют не только сами транспортники, не только те компании или организации, которые производят транспортные услуги, но и их потребители. И это стимулирует к более откровенному разговору и более острому разговору. То есть уровень эмоционального напряжения иногда, который на панельных дискуссиях и на круглых столах, он гораздо выше, чем на многих других конференциях. Бывает, что и ругаются, бывают какие-то аплодисменты с одной стороны, с другой стороны, бывает, что формируются какие-то группы поддержки. Это важно, потому что люди выговариваются, люди слышат какие-то аргументы в ответ, и в результате находится какое-то Соломоново решение. 2 года назад, когда был понятен уже актуальный вопрос обслуживания крупных и мелких грузовладельцев. Было понятно, что в новых условиях, в новой конфигурации рынка им придется больше платить за свою услугу, и психологически далеко не все из них были готовы это сделать. И там, я помню, был один из участников, он представлял среднее по величине предприятие, и он никому не давал покоя. То есть он был настолько активен везде, вот такое впечатление, что он ходил следом.
И в конце концов он этот вопрос поставил одним из главных, и потом в течение всего года и журнал «ЖД-партнер», и газета «Гудок» это все освещали, пытаясь найти. Ну и, соответственно, понятно, что и со стороны РЖД, и со стороны регуляторов были сделаны какие-то выводы. Я не могу сказать, что все проблемы решились априори после его выступления. Понятно, что они были достаточно болезненные. Но, во всяком случае, это было совершенно четкое направление, совершенно четкое понимание того, что нас ждет в следующем году. А конференция проходит обычно в конце года. И это как бы еще и... Она носит такой приземленный характер, если мы говорим еще об особенностях. Здесь обсуждаются совершенно конкретные вещи. Это и вопросы технологии, вопросы цены, вот, вопросы там, подачи вагонов, погрузки и так далее. Еще одна функция ее – это как бы обсуждаются планы на год следующий, безусловно, работы отрасли, когда есть понимание, что будут делать российские железные дороги, что будут делать крупные и, может быть, не очень крупные операторы. И у многих грузоводителей, исходя из этого, строят свои планы, корректируют, может быть, какую-то политику. Плюс к этому, конечно, есть и стратегические вещи, рассчитанные на несколько лет вперед. Большое количество будет самых различных форматов, и круглые столы, и панельные дискуссии, и дискуссионный клуб. Но вот две идеи, наверное, мы вынесли в центр обсуждения. Первая касается, она такая макроидея для всей экономики страны, ну и в том числе для нашего сектора. Эта идея связана с тем, что мировая экономика находится в таком турбулентном состоянии, и совершенно не исключено, что это турбулентное состояние приведет к депрессии или к рецессии. И как в этом смысле должен реагировать рынок, о котором мы говорим, рынок железнодорожных грузовых перевозок, как должны реагировать его субъекты, как они должны готовиться. И вторая вещь, не менее важная, хотя, наверное, более локальная, она связана с организацией технологического процесса в новых условиях. Российские железные дороги предложили свою как бы, идею создания единого технологического процесса. Она сейчас проходит обкатку, и я думаю, что в данном конкретном случае будет достаточно полезное обсуждение вот этих вещей, опять же, на панельной дискуссии на второй и на круглых столах. Тема кризиса, она будет обсуждаться в таком формате, как экспертный диалог. Если говорить о новых форматах, то надо сказать, что вообще их мы стараемся делать конференцию достаточно многообразной. У нас будет пленарное заседание. Вот, у нас будет вот, экспертный диалог, новый формат, где мы будем говорить о кризисе. У нас будет панельная дискуссия. У нас будет целый ряд круглых столов по наиболее актуальным вопросам, связанным с развитием рынка. Это и тарифы, это качество обслуживания грузовладельцев, это вещи, которые касаются статуса операторов. И мы будем также говорить о бизнесе, операторском бизнесе, о том, каким образом достичь большей рентабельности, в то же время играя по рыночным правилам в условиях реальной конкуренции. Это очень важно как раз вот в связи с темой кризиса, потому что те компании, которые сумеют качественно работать над своими издержками, они как раз и останутся на плаву, выживут в случае, если вот эта вторая волна кризиса, о которой говорят уже несколько лет, произойдет. И это дискуссионный клуб. Этот формат мы 2 года назад открыли, будем его дальше развивать. Здесь сами участники конференции за столами одновременно обсуждают вопросы перевозки, всех аспектов перевозки конкретных видов грузов. Будет ведущий, это представитель, руководитель одной из ведущих консалтинговых компаний, которая работает в России. И будет целый ряд экспертов, которые будут рассуждать как раз на эту тему в свободном диалоге, в свободной форме. Ну и аудитория мы сделаем таким образом. Это всегда очень важно, чтобы была некая интерактивность, аудитория
будет участвовать, не только слушать, но и участвовать, задавать вопросы, высказывать свои мнения. Мы проводим опрос всех участников. Для нас это бизнес, мы, в общем-то, зарабатываем деньги, проводя эту конференцию. А вторая вещь – это общая эмоциональная оценка, да, которая видна и организаторам, и журналистам, которые принимают участие. Следующий момент, очень важный, он заключается в том, что насколько много тем, насколько будет корректироваться перспективный план, например, журнала «ЖД Партнер» или газета «Гудок», точнее, газета «Гудок» или журнала «ЖД Партнер», так скажем, вот, на следующий год после проведения конференции. Обычно очень много, ну или достаточно большое количество новых каких-то идей, новых тем, и это позволяет нам, как журналистам, питаться, да, этими идеями, отражать их в своих публикациях.